Всем привет! И с вами Олег. Сегодня я буду играть в Агарио. Я играю только со своим ником, клоном Фредди. Только смотрите, кто-то может также играть с моим ником, но это не значит, что он-то я. У меня там такой значок типа ТР, это типа, потому что я подписчик канала Тиранида. А чего, я многих ютуберов смотрю. Короче, сегодня я буду захватывать Ангариум. Попробую как можно быстрее нахватить всю Ангариум. Где-то, надеюсь, на 15 минут получится. Ну, в принципе, я пока нормально разрос, это надо долго играть. Я просто делал обзор на Гарриу. Там такой, на пятом месте чувак такой, покорми, пожалуйста. Чувак, я не могу тебя покормить, я слишком не очень разросся для этого. Буду стараться жрать игроков, как можно быстрее вырасти, бля. Не, блин, я сейчас этот опыт. Повезло, в принципе. Чувак наткнулся на меня, я его съел. Ну его часть. О, здрасте! О, оранжевого сейчас уничтожу. Иди-ка сюда, оранжевенький, иди-ка сюда. Лада седан. Ну, не получится, короче, его съесть. Воу-воу-воу. Блядь! Валим! Валим! Отвали ты, оранжевый! Раньше я его пытался съесть, теперь он на меня... Ну хотя бы я на 62-м месте, нормально, в принципе. Ну блин, если бы этот не запоролся, может быть уже был на 5-м. Да не смей мою маленькую деструкту! Баба, иди сюда, баба! Баба, тебе трындец, баба! Ну все, короче, а маму поймали. Колом Фредди захватывает все Гарриу. Я уже на 39-м месте. Отвали, синий! Синий, отвали! Зажимают! Зажимают! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ладно, не получится. Это ужас был. Кусочек мира, и я бы разросся, не вышло. Ладно, буду, блин, стабильно продолжать играть. Пожрать игроков. Вообще не будут ради... Вы чё офигели? Почему вы все не любите Золотого Фредди? Вы чё совсем? Почему никто не любит Золотого Фредди? Почему его пытаются съесть все? Я должен всех жрать, блин. А не вы меня есть. Да уж, в Агарио все сложно. Вау. Ладно. Седан нечисть какой-то взрослый. Я его... Не надолго, долго не видел, он вау как разросся. За пару минут разросся, блин. Вау, 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 вау. Кажется, он идет мне мстить. О, Россия, даже говорю, Россия. Русь, иди сюда, Русь, Русиюшка. Там Путин. Не, Путин лучше не есть, он такой... Блин, так разросся вообще. О, не розовый повкуснее будет, он больше. И сюда. Этот, блин, смайлик за мной прет. Блин, зажимают. Это розовый охренел. А не да, предупреждение ненавидел.
Посмотри, 16 лет, блин. Ты тут немножко матами покрыл, ладно. Мелкий, если чё, если мелкий смотрите, забудьте. Это слово не очень хорошее. Забудьте его. О-о-о-о-о-о-о-о! Наверное, чувак на первом месте, что он такой огромный. Первый в списках он вообще. Воу-воу, чё все такие большие зажимают? Огромный зажимает маленького Голдена Фредди. Фу, да твори ты, ты. Фриканец, блин, никак там. Я не знаю, что это за знак какой-то. Письменность не английская. Я вообще не знаю, что это письменность, даже не русская. Это вообще какая-то, блин, отсталая письменность. Хотя это не отсталая письменность, это вроде... Вроде пустынный письменность. А, ну, короче, не буду там понимать, что... Ну, или вроде как похоже чем-то на... На египетский символ. Да ты как сейчас на дневнике есть Google, блин? Я имею в виду про игрушку под названием. Ладно, проехали. То есть не про игрушку, а про, я имею в виду про мультик. Там, это как он назывался-то? Вроде... Gravity Falls. Да, он ее, в принципе, в русской озвучке называют Gravity Falls. Но я буду называть Gravity Falls. Не, по мне английское поточнее будет. Потому что ее раньше делали разработчики этого мультика. Значит, Gravity Falls. В общем, английской озвучке там пацаны говорят Gravity Falls, а не Gravity Falls. Тем более, это слово, понятие растяжимое, так что... Ну, как и на русском, так и на английском будет звучать одинаково. Чё мы финлянды съели? Я, блин, вообще ни капельки не добавил. Ещё бы слишком маленький был разрос. Ты, короче, насрать, они любого готовы съесть. Путин прётся. А у меня зависло всё. А вот нормально. Мне повезло, чувак отошёл, у меня всё зависло просто. Блин, от бага просто вперед попер. Хотя зеленый, могу в этой фигне скрыться, меня никто не заметит. Все зеленый. Зеленый. А... Вот падлы. Блин, долбанная реклама. Да плёт, блин! Это вообще не знаю, что за страна, но... Они наш флаг скопировали. Ну или чем-то немножко похоже было на русский флаг. Хватит наш флаг копировать! Придумайте свой! Во-во-во! О, текаем. Я не знаю, сколько это видео, но здесь уложу в 14 минут. Больше 14 минут он мне не получается. А вырезать я не умею части видео. И вставлять новые. Вау-вау-вау-вау-вау. А синдука, если фундамент у меня еще не готов, так что придется... Не знаю, что раньше закончить. Ну ладно, сейчас дорасту хотя бы до 50 уровня. И, в принципе, на этом закончу. О, фьорды, сейчас с ним фьорды или вырасту. Че, я некоторые страны знаю, че. Это полезно в дипломате писать. На переговорах там с иностранцами. Ну ладно, все, в принципе. Подписывайтесь, ставьте лайки, и возможно будет больше Агарева. Всем до свидания, всем пока.